Всем привет. Мы как эти. Как кроты. Ну. Вылезли из норы. Потому что солнышко на улице светит, на улице 0 градусов. Красотища. Ну, я не имею в виду, что на земле тут творится, конечно. На земле, конечно, тут грязище. Вот. И... Ой, это что такое? О, кого что-то отвалилось тут. Либо отломал кто-то. Непонятно. Нет, немножко. Непонятно что-то. В общем, на улице супер классно. Прям супер-супер классно. Я хочу с вами всеми этим поделиться. А в общем, мы сейчас поедем в Спортмастер, потому что мы тут были когда недавно, вот когда кроссовки покупали, оттуда люди почему-то выкатывали велосипеды. Ну, много прям. А Макс у нас велосипед хочет, и мы думаем, может быть, там они по акции или что, ну, может, распродажа какая-то. Классные велосипеды, которые такие скоростные, там, как бы, все для подростков. Вот, мы хотим поехать посмотреть, сколько они там стоят, потому что, ну, просто так же люди тоже выкатывать, как бы, не будете, может, в Спортмастере дорога, как бы, очень сильно. Да, и тем более сейчас, как бы, ну, не погода, так сказать, для велосипедов, а их покупают, поэтому мы сейчас поедем, посмотрим тоже, что там продается. Да, что там такое с ценой интересное происходит. Я как бы залазил на сайт, смотрел, ну, там ничего такого нету. Ну, почему люди именно сейчас покупают в такую погоду, как бы, сейчас на улице зима, кататься явно никто не будет. Значит, явно какие-то цены там привлекательные. Вот поехали смотреть. Едем смотреть. В общем, нету велосипедов маленьких, вот только вот все, что есть, это вот два велосипеда. Но они не скоростные, Максим хочет скоростной. Нам очень-очень-очень жарко, поэтому мы сейчас едем домой. Ничего здесь не увидели такого интересного. Надо Коле куртку посмотреть весеннюю. Нормально, да, мы велосипед съездили посмотреть? Ну нету, если велосипедов. Поэтому купим куртку, если велосипед. Не, ну куртку Коле надо купить, мы уже как бы давно об этом думаем. Просто это... Короче, надо ехать в планету и там смотреть. Здесь нету никаких вариантов. Поэтому сейчас заедем сначала домой, потому что очень жарко в пуховиках. Я как-то не подумала сначала одеть ту тонкую куртку. В общем, Коля хочет одеть свою жилетку, а я хочу переодеться тоже. А то мы уже спарились по магазину, пока прошлись, хотя мы там были совсем недолго. Еще солнце так припекает, в машине тоже жарко. Сегодня еще надо Макса пораньше забрать, потому сегодня что... Сегодня сокращенный день, да? Да. Поэтому мы сейчас быстренько мотанемся без Макса. Макс у нас не любит по магазинам ходить с нами вместе, вот именно, ну, одежду смотреть, там такое. Сейчас мы быстренько, в общем, мотанемся без Макса, поедем на обратном пути, поедем, заберем его. Да. Пришли в Спортмастер, в планете который. И вот Коля такую вот куртку мерит Adidas. Стоит она 10 тысяч. Ну, это без этих, без бонусов. А с бонусами 7 где-то будет стоить. Ну, так вот неплохая вроде, да? Да. Ну, мы, естественно, почему в Спортмастер ходим? Потому что у нас бонусов есть неограниченное количество. Так, что-то... Угу. В принципе, мне нравится. Что-то она будет стоить, получается, сколько? 7, да? Угу. Нет, не 7, меньше. 7? Ну, 30% если от 10. Она не стоит не 10, она стоит 9,99. А, 9 она стоит. Надо еще в Адик зайти посмотреть, может, она там, ну, дешевле по акции, там что-нибудь. Ну, может. Ну, так мне нравится, в принципе, да? Да, неплохая. Она выглядит, это вообще... Зашли в Коллинз. Коля вот такую вот еще курточку мерит. Тоже того же плана. Черненькая. Такая вот. По длине такая же, как та. Это без капюшона. Есть такая же один в один с капюшоном. Вот он ее померил только что. Такая же абсолютно. Так, вот с капюшоном. Но она такая уже более, как будто бы потеплее, да, смотрится. Если застегнуть, она лучше, чем Адика, скорее, да, была. Mm. Да, у Адика она, короче, вот так вот была, вот так. Мы вернулись обратно в Спортмастер. Снова Коля мерит вот этот Adidas курточку. Можно в любой магазин зайти посмотреть. Давай, знаешь, что сделаем? Сейчас мы его бьем. Где-нибудь еще найти ее? Да, она по-любому уже где-нибудь каких-нибудь есть. И посмотреть М-размер просто. Как она будет сидеть. Просто нужно глянуть и все.
да? Ну да. Ну, как тебе вот такой вообще? Ну, мне вот это больше всех понравилось из всех, что ты сегодня мерил. Ну, мне по материалам, кстати, материал это... Хороший лучше, материал. Тот. Хотя тот был не Бангладеш, а это Чина, да? Угу. Ну, Чина как-то материал поудачнее, да? Мы пока ходили, Коле куртку искали, зашли в Мармалат, а мне шапку взяли, сейчас покажу. В принципе, шапочку. Она такая как-то. Мне кажется, больше не надо. Видишь, она и так вот я руки поднимаю. Нет, она тебе нормально смотрится. Ну, то есть она не маленькая, ничего. Так а зачем тогда искать там размер? Ну, я не знаю, что, зачем ты хочешь размер. Видишь, если тут нравится это, вот застегиваешься, да, это вообще вот. Что ага. Это? Маску можно не одевать, да? Просто вот пошел, да? А я себе вот такую вот шапочку взяла. На весну. А то вы там пишете, что рано без шапки ходить. У меня просто зимняя только. Вот, теперь весенняя есть, буду в шапке ходить. Еще вот такой вот вариантик есть, но она на размер побольше бы. Ну, размер, да, это маленькая. Мне на один размер надо больше. Просто как фасон, допустим, да, вот с той сравнить и вот эту. Мне кажется, вот это она интереснее сама по себе. Ну, такая она, как, знаешь, классная. Но да? Она более такая спортивная. И вот это, мне кажется, мне вот это больше нравится, чем та. Та такая, знаешь, типа как классическая куртка такая. Ну, мы вот эту посмотрели, ее нигде нету, даже в Адидасе нету, на размер больше. Не, в Адиде она все в Адиде дешевле стоит, в самом Адидасе стоит дешевле, чем в Спортмастере. Здесь она стоит 7700, да, типа? А в Adidas она 5 стоит. Но здесь как бы можно скидки, да, догнать еще. Но все равно дороже будет. Ну, не намного, но как бы разница, да. Как бы это стоит 9, там, 9 ровно. Но я не знаю. Мне вот это больше нравится, куртка, сам фасон. Мы сейчас брать ничего не будем, в общем. Подумаем еще. Напишите в комментариях, кому что больше понравилось, вот это или это. Сейчас еще раз, давай вот это сразу быстренько накину. Ну, либо вот это. Вот. Мне вот это нравится. Ну, она просто, видишь, по размеру тебе, и поэтому она выглядит как-то, ну, да, получше. Мне та больше нравится вообще, как она, ну, в смысле, по фасону. Ну, понятно. Это такая, она более классика. Классическая куртка обычно, если Adidas такой убрать вообще прям. Классическая, приклассическая. Только та почему-то Бангладеш. Made in Bangladesh, а это Made in China. Чё-то я вообще, да, не могу понять, как так. Там и там Adidas. Те стоят, да, 10, это 10, блин, нифига, Made in China 10 тысяч. Все, выезжаем из планеты, с парковки, едем за Максимом, потому что время уже много, сегодня сокращенный день, надо пораньше забрать. Короче, куртку я себе не взял, потому что... Думаю, ухожу, какую взять лучше. Ну и на ваше мнение посмотрим, что вы скажете. Мы сейчас, наверное, в Телеграм отправим, да, там спросим, у нас там немножко уже добавилось людей. Да, в Телеграм, кстати, подписывайтесь на наш Телеграм, там, ну, всякие какие-то интересные вопросы, то есть обсуждения там, еще что-то, то есть чем больше народу будет, да, тем будет интереснее и лучше, то есть поэтому милости всех просим. Ссылка туда. Будет в описании под видео, под каждым видео. Я забрала Максима с садика. Я тут. Кушает большое, огромное просто яблоко. В этот раз дали, обычно маленькие были. А еще Максим нарисовал вот такого. Это дельфин? Или это кит? Так. Кого-то нарисовал. Сделал из бумаги и раскрасил. Да, это мой воспитатель помогал сделать. Понятно, все с тобой. А Коля ходил в магазин. Он там где-то идет. Машину открыл нам, поэтому будем мы садиться, не будем мерзнуть на улице. Ну что там взял? Чай тебе взял, что ли? Да, взял. Тут еще водичка есть простая, если хочешь. Давай. Макс, знаешь, что говорит? А? Что зарядился, как на свадьбу. Кто, я? Короче, мы это сейчас... Это что, сок? Это нет, чай, это чай. Максим. Где-то там. Мы сейчас поедем в Мегу на Крастец, там сходим в дисконт Adidas, или что там, да, по-моему, да, как да, называется. И еще там посмотрим куртки. Может, Коля там себе что-нибудь выберет. Пока мне понравилось больше всех, которая в Спортмастере Adidas была, без полосок.
и всем, кто в Телеграме тоже. Она понравилась больше всех. В общем, взяли Коля вот такую вот куртку, которую он хотел. Мы ее взяли в Адидасе. Там у нас скидочка еще 20% упала от знакомого человека. В Adidas дисконт взяли. Да, там она стоила, получается, 9,99, ну и плюс скидка 30%, итого она получилась там 6, там, ну, почти 7 рублей. А здесь она получилась 5. Мы уже ездим по магазинам, купили мне, в общем, куртку, дома покажем. Тоже заехали в Adidas дисконт и там купили. Ну, и такую... мы купили. Потеплее получается, чем это, но похолоднее, потоньше, чем пуховик. Ну классно взяли. Сейчас в магазине. Ой, в магазине. Сейчас. Домой приедем. Да, покажем. Куртка огонь. Сейчас мы сюда заехали в ленту взять. А что мы заехали-то? Максиму надо мороженое взять. Ну и на завтрак что-нибудь, творог или еще что-то. А, точняк. Тележек, представляете, вообще ни одной тут нету. Тележки закончились, людей много. Людей просто здесь пресс вообще. Сейчас мы быстро все возьмем, пойдем на выход. Тележек нет, все вот в руки умещаем. Макс мороженое себе захотел. Я нутеллу взял, ну как всегда, в принципе. Так. Сейчас еще сыр какой-нибудь выберем. И вкусный. И пойдем на кассу. Сыр, ну, колбаски, и пойдем на кассу. Ну, можно, да. Взяли. А вот сыр Богатых есть, смотри, по акции. Что он какой-то недорогой, да? Интересно, вкусный? Нет, мы вот такой вот... такую вот фирму брали. Кстати, у нас Гауда, по-моему, дома еще маленькая есть. Ну давай возьмем, я не знаю. Ну давай вот это попробуем. А, ну это российский. Российский сыр я не хочу. Да. В принципе, мы все взяли, что хотели в ленте. Сейчас мы идем домой. Нам надо еще заехать в аптеку, купить Максу этот Арвирем. Противовирус надо, что-то он то кашляет, чихает, непонятно, уже пару дней. Да. Вот сейчас еще заедем в аптеку, ну и все, и домой. Там будем показывать обновки все наши. Да? Да. Ну вот, мы приехали домой. Сейчас покажем быстренько, что мы взяли. Максу взяли вот такие военные штаны, и он сразу одел с рубахой со своей, с военной. Да. Это вот тут. Так, вот. Бежал. Макс, ну военные штаны вот эти увидел. Все, он сразу. Да, эти штаны, по-моему, 900 рублей стоили в Glory Jeans. Я сразу вспомнила, что у меня есть такая рубаха, и мне нужны такие штаны. Да. Ну, он сразу, ты только увидел эти штаны, сразу такой, о, все, берем эти штаны. Мы сначала ему сказали, как бы, ну, может, не будем, потому что они, как бы, ну, такие, у них резинка вот здесь снизу большеватая немножко. А хотя нет, в принципе, слушай. Да нет, нормально, вот так вот он одел. Мы просто их не мерили, так взяли. Да. Вот такую футболочку он себе еще захотел, это мы в Adidas взяли. На, ну вот просто он себе, мы себе взяли, и он тоже захотел, стоила она, ну, типа трешку. Ну а так потом 1199, ну еще 20% там скидка, того 1950 рублей. Футболочка вот такая вышла, адиковская, настоящая Adidas. Я взяла себе вот такую вот шапочку, ну вы ее уже видели, я потому что сегодня в ней гоняла. Коле вот такую вот куртку взяли. Да, куртка мне вообще понравилась, огонь. Кстати, ну я уже, по-моему, говорил, нет, вот когда у вас спрашивал там, типа, какой лучше взять Adidas, ну вот этот, или это когда в спортмастере стоял. Дело все в том, что там в спортмастере было здесь написано, во-первых, сзади был материал такой, внутри, как полиэтилен. Вот, и здесь было написано, вот прямо вот тут, Made in China. А здесь написано Made in Vietnam. Это потому что я брал прямо в самом Адидасе куртку вот эту. Хотя они идентичны, единственное, вот внутри у них разница по материалу. Какой там, какой здесь. И обошлась она нам, так она стоила что-то, короче, 13. Потом она вот в дисконт уехала. В дисконте ценник у нее стал 6500. Там все на 50% дешевле. И плюс у нас была еще скидка, вот нам знакомый дал скидку 20%. И в итоге она встала в 5200. В принципе, прям, ну, вообще круто. И мы еще плюсом увидели там. Еще мне взяли вот такую куртку. Она получается немножко потоньше, чем пуховик. Ну, как бы она осенняя, потому что весенняя. И, ну, вот сейчас именно в ней ходить. Потому что в той еще холодно ходить, в которой я сегодня гоняла. А в этой в самый раз, я думаю.
будет. У нас кот там пакет играет. Поймали нарушителя спокойствия и тишины. Угу, все, он пока нас не было, он спал, выспался, вот теперь будет беситься. Да, прикопец как будет беситься. А, ты. Ну, в общем-то, это все, что мы сегодня купили. Куртку вот эту вот Свете я подсказал, говорю, ну, это... Все эти куртки, вот это понравилось. Куртку я себе не хотела брать. Я Свете говорю, возьми куртку, потому что она реально... Ну, мне она вообще капец как понравилась. Во-первых, у нее качество хорошее. Очень качество хорошее у нее. Она стоила тоже там что-то... 13 тысяч она стоила. 13? Угу. А сейчас в дисконт Adidas, и там... Скидка на женскую одежду 24%. Ну, это вот она уезжает, когда в дисконт, то есть она вот в Адике стоила 13 тысяч, когда уезжает в дисконт, она сразу, ну, в половину дешевле становится. Ну, не в половину, кто нет. Вот она стала стоить у них 7. 46% скидка на нее стала. А, ну, и плюс нашей, и плюс там еще 24% было на женскую, на всю коллекцию, вообще на все, на женскую одежду. 24% скидка почему-то сегодня, не знаю почему. И в итоге она нам стала тоже в 5300. Как бы, ну, я считаю, за эти деньги стоит взять. Ну да, стоит. И она потом на осень хорошо будет. Не, настоящая Adidas, как бы, ну, она и видно, что, знаешь, качество-то у нее, как бы, вот с твоей, вот этой серой, как бы, коричневой не сравнится вообще. Ну да. Как бы, она классная вообще. Мне понравилась куртка, просто огонь. Моя тоже куртка вообще огонь. Куртки огонь. Я, короче, ее в Adidas одел и так и пошел в ней. Ну, в смысле, на кассе снял, рассчитался, одел обратно, и все, и в ней пошел. Ну, в ней прям классно, в ней и тепло, и как бы, ну, и не жарко. Ну, такая вот весенняя-осенняя курточка прям, вот. Ну, вот Максим у нас одел футболочку свою, она немножко длинноватая, да? Ну, она такая, резиновая. Зато смотри, она Адик, видишь, написано Adidas у тебя. Сзади там полоска. Ну-ка, повернись. Adidas. Ну да, такая прикольненькая. Тебе нравится тебе? На или этот или нет. На зарядку гонять в садике. На нормально. Зарядку, да, видишь, будешь Adidas, там у тебя все дела. И в военных штанах. Ну, хочешь туда сутах. Ну и, наверное, на сегодня мы закончим наше видео, потому что мы уже устали, сегодня что-то везде промотались. Да, и уже поздно, на самом мы деле. Мы ехали вообще в Спортмастер, вообще за другими вещами, а в итоге заехали. Так а что-то у меня куртки, у меня только пуховик, а в нем уже жарко, капец. Вот, особенно в машине, да, ездить, как бы, ну, очень жарко, реально. Вот, куртки нету вообще никакой у меня только безрукавка и все. У Светы есть вот эта куртка, но она тоже такая, мы ее брали... Мне холодно, еще она очень тонкая. Мы ее просто брали за двушку, ну, как бы, просто было грех не взять, да, как бы, за 2 рубля, как кофту, да, грубо говоря. Ну, поэтому-то, по сути, ее и взяли. Сейчас застригем, Ниной. Вот. И как бы, ну, и Свете решили тоже курточку на сейчас взять, поэтому как бы вот так получилось, короче, что лучше. Ну, заехали сразу и купили. Да, мы сегодня заехали и купили, целый день сегодня промотались. Ну да, не, ну зато хорошо, видишь, я, допустим, вот эту куртку хорошо я не купил в Спортмастере, потому что там бы она нам встала где-то в 7, где-то в 7 рублей бы она встала, 6900, что-то такое она бы встала. И плюсом она была Made in China, вот это она меня прям бесила, эта надпись, прям вообще капец. Будем заканчивать видео сегодняшнее. Все в сборе. Смотри, у меня Nike, здесь Adidas, у тебя что? H&M. Кот пришел к нам, там внизу бегает. В общем... Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.